30 октября в Донецкой филармонии концерт джазовой музыки «Хорас Сильвер и Ричард Роджерс». Музыка двух гигантов джаза прозвучит в исполнении одного из лучших джазовых коллективов Донбасса – ансамбля «Сыпте-джаз» под управлением Александра Куслина. В программе популярные и редко исполняемые джазовые композиции метров американского джаза – Хораса Сильвера и Ричарда Роджерса. Подробности в кассе и на сайте филармонии.